Это первый учебно-артиллерийский полк, второй год. Старший сержант, это мое первое звание. Кир Каткин на войну ушел в 18, это было в 42-м. Воевал на Белорусском фронте, был артиллеристом. Киру Ивановичу 95, но он сохранил ясный ум и хорошо помнит каждый день войны. Вот только вспоминать о Великой Отечественной совсем не любит. Хотя делать это уже в мирной жизни приходилось часто. После окончания пединститута в 50-х началась его карьера учителя. В сочинской 10-й школе Каткин более полувека преподавал географию и историю. На уроках рассказывал и о Второй мировой, и как педагог, и как участник тех страшных событий. Мне всегда захотелось вспоминать, что было. Ну, никуда денешься. Ну, конечно. Да. Тем более у меня артиллерия, бог войны. Сталин так и назвал, артиллерия, бог войны. На груди Кира Ивановича целая россыпь медалей за победу в Великой Отечественной. Есть и почетная грамота Министерства образования страны за трудовые победы в мирной жизни. Уже сейчас Кир Каткин готовится к юбилею победы. Говорит, и тогда, в 40-х, под бомбежками и обстрелами, он всегда верил, что этот день обязательно наступит.